Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас из Уфы, из столицы Башкортостана, на стадион «Нефтяник». Через несколько минут примет встречу 13-го тура «Мелбет» первой лиги сезона 2024-2025. Футбольный клуб Уфа на своей домашней арене принимает соперников из Хабаровска. Футбольный клуб СКА «Хабаровск». Ну что, все готово на стадионе «Нефтяник» к началу матча. И раздается свисток. Поехали. Футбольный клуб «Уфа» начинает с центра поля. И сразу же вперед сильно бьет Корнюшин. Конечно, очень тяжело будет в концовке сезона бороться за выживание. Атака уфимской команды, но не очень хорошая получилась подача. Тем не менее, все это вылилось вот в такой момент. И удар Бочарова по воротам. Игрок, который был вызван в состав национальной сборной Беларуси. Вообще, общая стоимость составов, если говорить про СКА Хабаровск, это 6,78. Опасный момент. Удар по воротам! Адаев! Владислав Адаев открывает счет на 15-й минуте. Уфа, домашний матч СКА Хабаровска, начинает лучше. И я думаю, что к этому голу, в принципе, дело-то и шло. Удар очень хороший, бильярдный в дальний угол. И действительно, здесь... вратарю было очень непросто. Ну и удар мне показалось, что стал немножко неожиданным для голкипера. Если говорить именно о спортивной борьбе. Итак, подача, удар по воротам. И вот он, 1-1. Альбек Гангадшев, который был на протяжении всего первого тайма в тени, у которого были определенные проблемы с созданием моментов. Но здесь, вот в этой неразберихе, воспользовался он тем, что мяч именно к нему отскочил. И нанес точный удар. Ну, собственно, Артем, то, о чем мы с тобой и говорили, это стандартное положение, и это всегда опасно. Ну, а Уфа... Уфа сама совершила вот эту вот непонятную отдачу инициативы. Сейчас, внимание, Пасевич... Пасевич прорывается. С Быковым на этот раз Пасевич простреливает и отбивает мяч в сторону Ислам Имама. У нас стандарт. Подача в штрафную. И после подачи Симоняна какое-то подобие удара по воротам все-таки мы видели. Пестаров как раз-таки поучаствовал в том эпизоде, где он заработал первый гол. Это Рил Горюшин! Забивает первый мяч за Уфу и демонстративно понимает, что не радуется. Не празднует гол, но я думаю, что мне еще очень рад, потому что сейчас настолько важный мяч Уфа забивает. В середине второго тайма выходит вперед. На второй раз по ходу этой встречи. И снова стандарт. Правила бывших. Переводит на Симоняна. Симонян здесь находит Джимурадова. Снова Симонян. Подача. Момент. Баков спасает. В кружке Супермена практически здесь выносил мяч Баков из своей штрафной. Вот такую передачу отправляет в сторону Гаглоева. Гаглоев подает штрафную. Момент. Какой это? 2-2! И это Жан Шарль. Редкое событие. Гол Жана Шарля. Да. И его увидели здесь на стадионе «Нефтяник». Ну что, интрига у нас закручивается снова со страшной силой. Снова счет равный. Снова играть у нас еще довольно много. Так, похоже, это было не празднование гола от Жана Шарля, а ему больно. Юрий Бабин делает передачу на Шарля. Шарль смещается в центр. Бьет! И это дубль! Гол Жана Шарля! Баклов потерял сейчас ворота, потерял, и ближний угол был открыт. Ну и сумасшедший удар его арийского легионера хабаровского СКА выводит вперед. Выводит вперед команду Алексея Поддубского. Вот это выход на замену. Ну что ж, мы говорили о том, что голы-то наверняка еще будут. И тут же Жан Шарль сейчас закрутил просто потрясающий мяч. Издевательски действует. Как играет Гаглоев, Гурбан катит. И здесь Гастаров тут как тут. Да, Жан-Шарль надеется на хет-трик. И нет. Очень близко мы сейчас были к хет-трику его арийского нападающего. Вот это был бы номер, конечно. Итак, разбегается Гастаров. Подача. Мяч мечется по штрафной. И выносит его хабаровчане. Удар Гуренко. И что мы видим? Артем Гуренко! Первой лиги. Сумасшедший матч! И Уфа спасается на последних секундах! И какие голы мы сегодня с вами наблюдаем!
гол Адаева, гол Гуренко, гол Шарля. Это просто что-то с чем-то. Породистые мячи. Они идут в атаку и... фиксируется гол в атаке. Все. Свисток прозвучал. 3-3 сегодня. В Уфе, в столице Башкортостана. Уфа и СКА Хабаровск закатили мощный спектакль.